Брестский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина, или «Альма-Матер», как его ласково называют студенты, в очередной раз распахнул свои двери для будущих абитуриентов. Уже ставшее традиционным мероприятие «День открытых дверей» было организовано в вестибюле главного корпуса учреждения образования. К нам пришло очень много выпускников школ, которые хотят познакомиться с университетом. И действительно, с нашим университетом надо познакомиться и в него поступить, если так можно выразиться. Потому что университет, который подготовил за годы своего развития 75 тысяч специалистов для народного хозяйства. Это и педагоги, и юристы, и ученые, и психологи, и преподаватели иностранного языка, социальные работники и много-много других. В этом году для региональных университетов есть большое преимущество для поступления на специальности у нас в нашем университете. Физико-математические и филологические могут поступить победители олимпиад, которые будут проводиться у нас именно в университете. Без экзаменов победители имеют право поступить на специальности этих двух факультетов. Но для того, чтобы стать студентом факультета своей мечты, нужно тщательно подготовиться и узнать все подробности о поступлении. Лучшими помощниками в этом стали нынешние студенты. На ярмарке специальностей они поделились своими впечатлениями об обучении в ВУЗе. Меня интересуются новые специальности информации и коммуникации, и, конечно же, интересуются именно преподавательской деятельностью. Вот. Мы им рассказываем, что у нас есть белорусская филология, русский английский, русская филология, и также наша новая специальность информации и коммуникации. Я студентка информации и коммуникации первого курса, вот, рассказываю, каково это, что это такое вообще, что из себя это представляет. Вот, мои коллеги рассказывают, что такое русская филология, и вот, делимся со всеми. Я представляю факультет иностранных языков, мы сегодня рассказываем о нашем факультете, о жизни нашего факультета, мы рассказываем свои впечатления, я вот учусь на втором курсе, поэтому я уже могу немножко поделиться, да, своими эмоциями учебном процессе. Также у нас новая специальность открывается на факультете, мы тоже сегодня о них рассказываем. Неудивительно, что после такой обстоятельной и интересной презентации школьники без труда сделали выбор в пользу определенной специальности. Каждый из них прикладывает массу усилий для грядущего поступления. Я бы хотела поступить на специальность психолога, так как мне это очень близко, и я хочу в будущем помогать людям. В некоторых ситуациях человек не может справиться с проблемами сам и хочет обратиться к кому-то за этой помощью, которую специализированные люди могут ему дать. После ярмарки вакансий абитуриентов ждала встреча с руководством университета. Ректор вуза Анна Сендер с радостью поделилась с каждым возможностями поступления в данное учебное заведение, а также развеяла возникшие страхи и сомнения. Каждый год университетская семья пополняется талантливыми студентами, а такие мероприятия, как День открытых дверей, помогают определиться с выбором профессии.